Всем привет! Я сейчас нахожусь в Белоруссии, в городе Минск. Путешествую по Белоруссии. Заедем еще в Брест. И еще раз в Минск, потом в Смоленск. Просто, чтобы дома не сидеть, нужно путешествовать. Это интересно, это захватывающе, это познавательно. Сейчас я покажу номер гостиницы «Вояж», где мы остановились. Она достаточно недорогая, эконом-класс, возможно, но достаточно комфортная. Мы выходим на балкон, 5-й этаж, прекрасный вид. Вообще балкон шикарный, огромный. Ну, номера двуспальные. Конечно же, раздельные кровати. Телевизор. Вот единственное, что нету кондиционера и холодильника. Шкаф. Ванна с туалетом. Всевозможные девайсы. Там. Розеточка, все есть. И опять-таки здесь жидкое мыло. Небольшой, но все-таки умывальничек есть. Ну, вроде бы вот так вот все это и выглядит. Интересное расположение такое по кругу. Сейчас, когда выйдем на улицу, вы увидите. Лифт местный белорусской марки. Большой просторный лифт. Ну а вот вид с внешней стороны. Такой вот интересный вид здания. Ночной вид с балкона